Да, мы как раз над нами располагается сейчас. Единственный, конечно, косяк, что мы садимся совсем не туда, куда хотелось бы, а садимся мы. О, это как это? Основные парашюты раскрылись. А, у меня раскрытие парашютов на 300 стояло, да? Но тем не менее нормально все. Скорость, конечно, у нас минимальная, да, идет. Так, это не в ту сторону. Она вот в ту сторону нужно газовать, но это все равно не поможет никак нам, к сожалению. Поэтому гасим хоть такую скорость. Да, конструкция, как вы помните, не предназначена для приводнения вообще никак. То есть сейчас у нас отваливаются опять двигатели. Несмотря на даже очень-очень медленное вождение. Хотя, смотрите. Так, ну что ж, тогда самое время переключиться нам на наш цветок. Так, кажется, я переключился не на цветок, а на знание. Вернее, на колос. Да, это колос. Вот уже цветок от нас в 35 километрах. Нас немножко догоняет. Вернее, перегоняет. Нам сейчас самое главное, что называется, сделать орбиту. Поэтому начинаем ускорение. Вектор прогрейда. И вот когда у нас уже все будет хорошо, мы наконец-таки после этого сможем. Да, 75 достаточно, более чем. А теперь наконец-таки мы можем опять нашу скорость попытаться, что называется. Значит, нам нужно сейчас сделать немножко более медленную орбиту. Но в принципе это сейчас это и так и есть. Посмотрите, здесь у нас separation 57,2, а здесь separation 51,2. То есть на следующем битке, из-за того, что у нас чуть-чуть. А, нет, стоп, стоп, стоп. Мы как раз-таки наоборот, у нас более быстрая скорость, так как у нас более маленькая орбита, чуть-чуть буквально. Так, ну что ж, тогда давайте ускоряться в цель, но при этом смотреть внимательно за апогеем и перигеем. Чтобы не случилось чего веселого у нас. Сейчас, то есть я, вернее, не разгоняюсь, а вектор торможения по отношению к цели применяю. И вот у нас с апогеем-то все хорошо, вот перигей начинает немножечко. Так, все, пока это все, что мы можем себе позволить, да, к сожалению. То есть мы все равно будем удаляться таким образом от объекта. RCS, он не бесконечен, к сожалению. Так, ну в конце концов, если что, мы сможем помочь запарковаться и самим колоском. Ладно, давайте немножечко пролетим. Хоть мы хотя бы разделение 18,2 километра, это гораздо лучше, да? И на нем вот попробуем сделать что-нибудь еще. Так, давайте в этой точке посмотрим. По отношению к орбите. Нет, сюда ускоряться совсем не стоит. В таком случае мы опять будем снижать наш вектор. Так что давайте еще немножечко пролетим. Так, и вот здесь, наверное, в этой точке стоит взять и увеличить скорость по отношению не к цели, а по отношению к, то есть, орбите. То есть сделать чуть-чуть более высокую орбиту. В таком случае мы будем немножечко, получается, с каждым разом будем все. Так. Так. 28,5. Меня это устраивает пока что.
То есть мы немножечко начинаем в таком случае от цели, от, что называется, отставать. 26 километров. Так, а по отношению к цели это куда у нас получается? Цель у нас... Мы все равно пока уходим от цели, да? Дальше точка будет еще хуже. Так, тогда назад. Доделаем назад, чтобы хотя бы... Чтобы наш апогей был не сильно большим при этом, да? И по отношению к цели мы были... То есть на этом витке мы точно не догоним нашу цель. А вот на следующем имею вполне неплохие такие шансы. Так, я не понял. Нам не хватило монопропеллента. Вот дела. Так, ну что ж, придется монопропеллент использовать с одного из ботов. А лучше не с одного, а сразу все три. Иначе, ну, в принципе, у нас будет дозаправщик все равно. Так что... Так, так, и вот такая точка схождения, аккуратненько, 3 целых, вообще, или идеально. Давайте тогда промотаем время, чтобы на следующем витке мы просто взяли и догнали нашу цель. Так, и, наверное, сейчас уже можно потихонечку совершать, начинать маневр. То есть сейчас мы пока движемся в сторону цели, да, но в дальнейшем у нас начнет в каком-то месте мы начнем двигаться в противоположную цель, в сторону от цели, наш вектор сместится, да, и поэтому, чтобы выровнять скорость, мы в какой-то момент начнем вот маневр делать именно в эту сторону. Чтобы уравнять наши скорости. Сейчас, кстати говоря, немножечко просел FPS. Это как раз говорит о том, что наша цель уже совсем-совсем где-то близко. Вот она уже. Мы рядышком с ней пролетаем. 16,2 метра в секунду. Что ж, начинаем потихонечку подгашивать нашу скорость. Так, ну что ж, мы практически, сейчас наши орбиты на самом деле практически идентичны. То есть они чуть-чуть друг отличаются друг от друга. И поэтому, наверное, потихонечку можно начинать поворачиваться, да? Я сделал сейчас ускорение. Сейчас я буду вращаться чисто для того, чтобы было удобнее. Таким образом. Так, и вот мы видим скорость, вектор скорости был там, да? А получается, нужно нам... наше ускорение применять именно вот сюда, чтобы отодвигать вектор торможения, что называется, натягивать его на вектор скорости. Все, мы двигаемся по отношению к цели, 2,5 метра в секунду, то есть плавненько, плавненько теперь можем сближаться. Вектор скорости немножечко уплыл, поэтому мы еще немножечко дадим ускорение. Сейчас уже четко в цель. Опять у нас получился боковой угол движения. Называется, опять натягиваем наш наши догонялки, делаем с вектором скорости.
Так, и вот теперь нужно совсем уже нам потихонечку гасить скорость. Наверное, сначала, поэтому сначала делаем прямой маневр сюда, в эту сторону, чтобы погасить боковую, да, скорость. И потом сюда делаем противоположный маневр, чтобы наоборот наши скорости вообще сравнять чуть ли не в ноль. Все, вот этого более чем достаточно. Так, теперь наша задача состыковаться. Стыковаться, однако, я буду не блоком, который у нас сейчас, да, есть. А, потому что если я начну стыковаться им, ну как бы мне придется стыковаться попой. Этого я делать не хочу. Я хочу стыковаться именно носом. Поэтому я переключаюсь сейчас на колосок. Да, вот он бот. И мы сейчас можем сделать так, чтобы управлять отсюда, да. Эту вещь мы сделаем как. Только нам нужно как-то поближе подлететь, наверное. Давайте-ка таким образом, чтобы ближе подлетать, просто отсюда выберем flower как цель. Вот. Для начала нам нужно, получается, развернуться в сторону самого цветка нашей морды лица. Так, мы как раз таки разворачиваемся в противоположную сторону сейчас. Это меня не устраивает. А чё его так вращает, кстати говоря? Стой, 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 друг. Это я не понял, почему я до сих пор управляю... это баг. Это однозначный баг. Так, давайте-ка вернемся тогда в космический центр. И уже из космического центра переключимся на управление нашим колосом. Вот, где он? Flower. Speak Acknowledge. И именно вот теперь мы нормально переключимся на него. Вот, теперь мы имеем почти идеальное схождение. Так, быстренько-быстренько переключаемся на Acknowledge. Вот, и разворачиваемся к нему уже лицом. Так, почему у меня не работает все как нужно? RCS включен, но я почему-то им не управляю. Я... Что? Это как это? А где? Где блоки управления? Да все блоки управления есть. Так, для меня какая-то сейчас происходит мистика. Странная для меня вообще. Блоки управления есть RCS, да? А они почему-то не работают вообще ни разу. Это как-то очень странно. А, ну конечно же, конечно же. А активировать монопропеллант мы не хотим вообще ни разу, да? Вот, монопропеллант у нас появился. Теперь мы должны развернуться к цели. К цели мы развернуты уже и так. И немножечко в ее сторону дать газа, чтобы сблизиться поближе. Когда мы достаточно подлетим, чтобы было уже удобно выбирать объект. А именно мне нужно сейчас очень точно найти именно, как бы подключиться не к самому, да, уже не к самому объекту приблизиться, а приблизиться к доку. То есть сейчас мы будем осуществлять нашу стыковку. И вот сейчас немножечко подождем, когда мы будем достаточно близко. Вот, этой дистанции более чем достаточно. Сейчас мы немножечко включим в ту сторону тормоз. Чтобы скорость свести практически в нулевую. Так, теперь мне нужно найти... Так, ну-ка свет включите, пожалуйста. Нет, свет, кстати говоря, неудобно расположен.
Мне нужно сейчас подключиться вот. Вот этому стыковочному порту. Это если не ошибаюсь. Так, у меня, значит, морда лица здесь. Это значит, у меня... И вот контролировать, управлять тогда нужно вот отсюда. Все. Таким образом, мы сейчас, как бы получается, будем именно производить маневр относительно именно порта. То есть сейчас я поэтому немножечко отхожу в бок и вверх. Чтобы сместиться именно в нужную сторону. По отношению к цели. Чтобы было лучше маневрировать, я сейчас нажимаю клавишу Caps Lock. Она даст мне меньшую скорость.